А в Литературном музее имени Константина Иванова прошел литературно-музыкальный вечер, посвященный 90-летию со дня рождения Николая Ыдарая. На его счету более 30 книг, свыше 200 стихов и рассказов. Все они посвящены детям. Как помочь мне этой утке? Где найти мне водоем? Может, в таз воды нальем? Из бочонка достаю теплую водицу. Пусть утята плавают, курицы напьются. Николай Ыдарай также известен как собиратель чувашского фольклора. Его произведения часто используются на уроках чувашского языка как пример хорошего слога. На стихи поэта композитором Юрием Кудаковым было написано несколько песен. Ыдарай, без сомнения, можно назвать классиком чувашской детской литературы. Николай Васильевич по натуре был очень интересным, увлекательным человеком. Ребята его встречали радостно. С удовольствием слушали его стихи, рассказы. Он их зажигал. Я поняла, что Ыдарай необыкновенно талантливый человек. Он много знал. Человек с кругозором. Он прекрасно владел техникой поэзии. В рамках юбилейного вечера в Литературном музее открылась выставка под названием «Друг маленьких», где представлены книги, фотографии, документы и рукописи писателя. Анастасия Алексеева, Мария Лысенко, Николай Яковлев, Республика.